Так, ребята, заходим в новую реформированную почту. Сейчас покажу график работы и вообще, как тут все реформировалось. Неделя понеделок работает. Сейчас заходим, наблюдаем картину. Вот такая очередь стоит, смотрите. Работает один человек. Вот так вот реформировали у нас Укрпочту. Смотрите, индекс. Поселок Лазурная, Херсонская область. Я хочу вас спросить по поводу работы Укрпочты. Что вы можете сказать? Что, девочка-робот хорошо, только она же одна. Девочка-робот хорошо, я претензий к ней не имею, абсолютно. А вот к руководству, что вы хотите сказать руководству почты? Руководству скажу, что он получает миллионы зарплаты, сам директор, а сюда спускает копейки. И девчата поштари тоже носят за копейки почту. Понятно. Конечно. Зато он миллионы получает себе зарплату, сделал. Сократив рабочий. А людей сокращає. І Приватбанк закрили, хоч там платили раніше. Да. Приватбанк закрили зовсім. Як це так? Стільки людей, населення. Та й просто працює 3 мільйони. Курортне містечко. Нормально, таке село здорове. І закриті вас скільки, так. Короче, за людей ніхто не думає. Да. Да, передавайте привет. Это пойдет туда, в Киев, все вот это все видео. Начальник еще больше зарплаты сделает. Да. Давайте, чтобы он получал 5 миллионов. Не 2 миллиона в месяц, а 5 миллионов. Да? Вы согласны все, да? Пускай человек получает там и наслаждается жизнью. А мы тут будем... А мы тут будем стоять с утра до вечера. Да, да, да. Да. До Зеленского, до самого. Вот это глаз народа. Слушайте, друзья. Вот если кто наверху сидит. Все, всем пока. Он что-то сделает с этими паразитами. Там одно пожелание. Веревку и мыло. Веревку и мыло. Вот что народ говорит за вашу реформу. Слушайте. Так, вот смотрите. Терминал не работает. Все вручную считается. Да и компьютер часто поломанный. Вот такая очередь. Дуже часто у них поломаний комп'ютер, поки вона дозвониться, поки зробить той комп'ютер. Люди до обіду стоять, а то взагалі можуть не робити. Я сама дзвонила у Херсон за комп'ютери, бо не могла позвонити. Ну, будемо зараз нашим кандидатам, хто там в депутати, Демчук, да, от відео передадимо, пускай там щось буде. Я сьогодні працювати за свят, за Богу, за все, і 3 дня тільки працювати на неділю пошту. Це що, нормально? Да. Це наша передача вища, що нашим Лазурному, наші депутати ці всі, воно тут нічого не буде. Ні, наші депутати зробити нічого не можуть. А вище треба передати. Вище – це Зеленському. Одна слова – йому привіт. Я думаю, донесуть. Донесу. Все. Все, ребята, вы услышали мнение простого сельского народа поселка Лазурная.